15 мая преподаватели IT-лицея КФУ собрались в актовом зале, чтобы познакомиться со своим новым руководителем, выпускником Казанского федерального Ильдаром Мухаметовым. За свою карьеру он успел поработать преподавателем и директором казанских лицеев-интернатов номер 2 и номер 7. В конце нулевых был заместителем начальника городского управления образования, а с 2014 года заместителем министра образования и науки Республики Татарстан. В последнее время новый директор руководил центром лидерства в образовании Казанского федерального университета. Мы долго искали человека, который бы мог возглавить IT-лицей, человек, который воспринимает университетскую культуру, понимает, что IT-лицей находится внутри университета, что он работает в тесной связи с научными школами университета и так далее. Вот мы сегодня представили нового директора Мухаметова Ильдара Ринатовича, который долгие годы уже работает в системе образования Республики Татарстан. Человек для университета абсолютно не новый. Ильдар Мухаметов высоко оценивает профессионализм преподавательского состава, с которым ему предстоит работать. Талантливые педагоги, они требуют особого внимания. Для них нужно создавать такую плодотворную креативную среду. Они не любят формализма, шаблонности. Поэтому лично передо мной стоят задачи создать вот такую хорошую, добрую атмосферу творчества перед педагогами, да? Для педагогов. Поэтому, мне кажется, вот этот вызов, он очень интересный, и с коллективом, и с командой мы сможем добиться высоких результатов, успехов. Напомним, в конце марта экс-директор IT-лицея Тимирбулат Самирханов в связи с повышением покинул свою должность и уехал в Москву. 27 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил школу, чтобы лично попрощаться с Тимирбулатом Самирхановым и вручил памятные подарки, связанные с университетом. Камиль Гемоздинов, Фарид Захетоглы, Универньюз.